сразу игра сразу дает понять, в какую игру ты зашел. Сразу дает понять. А почему факелом бьет? А, я же, да, я же забыл. Мне же игра напомнила, а я и не понял сразу, во что мы играем. Стенка выглядит так, как будто ее сломать можно. Но, увы. А куда мне? I'm blinded. Но тут нет лестниц. А, так все-таки ломается. Ну да. Она добрая. Так я злой. Я отыгрываю роль злого. Да, я автотаргет. Вот именно на этого чела хотел нажать. Все правильно, игра. Спасибо. Здорово. Бомбануло, да, тебя? Да, босс сильный, слушай. Не, очень сильный босс. Не, очень сильный босс. Босс супер сильный. Не знаю. Да, я прошел игру. Только половину. Так, а я не знаю, куда больше идти. Все. Это вот последний мой вариант разыгровки был. В Темнолесье. Куда? Где было закрыто. Чат, я вот играю вот уже вторую часть Dark Souls. А когда сложно будет? Это тот самый замок, про который рассказывали, да, вот этот. Обалдеть. Привет. А ты чего тут забыла, рыжуля? Это не наш слоняра. Ладно. Есть два стула. You have fought
admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra, queen of Dranglake. Как мне похуй, ты не представляешь. Блять, а он спустился все-таки. Ну так, может, даже лучше будет. А нет, не лучше. Спамят две дуры. Уебал стенку профессионально. А, мне что-то в ухо залетело. Комарик какой-то. А, он один хуй спускается. Красненький нужен. А этот что-то вообще слабенький. Этот что-то вообще со слабой. Кто-то ведет счет, сколько мне боссов осталось? Я с тобой, братан. Пока, кадуши. Сейчас приду, чат. Нормально, чат, живой, живой. Вот это анимация, блядь. А куда? Ты куда? Я ж блины приготовить успел, опок. Да, я бы блинчиков сейчас поел. Тяжело. Перестал удивляться и что-то расстраиваться там из-за этих смертей. Чет без алебарды из первой части тяжко. Давай я тебя забаню. И ты пойдешь играть без алебарды. Ну тут последний вариант — это как-то триггернуть вот копейщика и убить возле чаши. Надеюсь, что мне ключ какой-нибудь дадут. Ну тут вот дух только вот этот.
вонючий. Мужики, пройдемте в соседнюю комнату. Оно багнуло или что? Ладно. Что-то мало зеркал, я бы еще больше наебашил. Здорово. Понял, что. Блять, он родил кого-то. Наверное, стоило заняться этим анимешником. Как скажешь. Как скажешь. Да, анимешник-то вообще слабенький. По имею в виду. Кого побить? Все понял.
Если включен онлайн, он может призывать реальных игроков. Потрясающе. Какой самый лютый рейдж был у тебя за все время? Есть какой-нибудь очень запоминающийся? Да, вот недавно было. Да не, я в последнее время стал значительно спокойнее, чем раньше. Я это называю взрослением. Ля, красота какая. Как скажешь. На мой вкус запомнилось больше всего X8 в колде и сейфы сталкера. Ага. Как скажешь. Козлина. Я быстро. Чел бесшумно идет по воде. Почему они двигаются в воде нормально, а я нет? Launch DS даже не верится, после того, как потратил по 250 часов на каждую из частей, полюбил смотреть стримы с прохождениями. Хорошо. С психикой как, нормально все? 250 часов на каждую из частей. Нормально все с психикой? Мне просто интересно, а что делать-то в такой игре по 250 часов? Ага. Пока. То куда, а я в Маджуджу. Тестить разные билды и играть на NG+. Тестить билды. Бля, ну и уродина. А, ее только въебало, ее можно бить. Было не ТПшиц. Хватит поджигать фанатов ДС, а они со своими катанами по 10 минут бьют боссов, не для того, чтобы ты их выносил копьем за минуту. Ладно. Как скажешь. А сколько мне надо иметь силы, чтобы у меня получился кап силы, чтобы... все, да похуй.
А, вы все-таки поняли, да, меня? 60. 60 это даст двуручку, у меня будет 90 или... Или чё? Очко наполнилось кровью, блядь. Взорвется сейчас. Он бафнул себя просто. Каст. Но я видел черную волну, которая вперед уезжает. Значит, его в спину можно бить. Ну, это хороший босс был. Я походу понял, как вы наигрываете 250 часов. Тут головоломка, да, жесткая. Не докач. Не докачиваем. Пофармить надо, да? Нет, пойдем пофармим. 139 левел, очевидно, мало. Чё делаем-то, алло? Ура. На нахуй. А все. Деда бить? Ну, дед дал понять, что его рано бить. И чё, и куда идем? Туман прямо или налево? Да, ты знал, что снуги, которые лгут, дышат, покажи сердечко. Вот. Держи. Не смей. Выбираю да. Отступи, 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 отступи. Не смей.
Вот она, благодарность за спасение. Есть танцор диска, блядь. Завод Mountain Dew. Наконец-то. Хоть одна экскурсия. Он игвал. Привет, Женя, какой оценка поставил DS1? 6 из 5 лучшая игра, когда-либо придуманная. Или все будешь вместе оценивать, это я уже все оценил. Сам Souls Like я не играл, но давно по скидке брал все три части, думаю, залететь или нет, не очень люблю, нудно дрочиться в играх, а в инете пугает репетитивность у Souls'а, здоровья тебе и твоей семье, спасибо за контент. Игра говно. Бля, мне кажется, я в Elden'е жестко кайфанул. Жестко плюс мощно кайфанул. Потому что я помню, когда я пробовал играть в Elden, мне стало казаться, что это, блядь, нихуя игра, походу, какая-то. Типа, первый Souls-like, который можно реально поиграть. Ну, как Souls-like? Ну, это же Dark Souls 4, ну, по факту, если говорить. Надеемся, что в трешке кайфанешь, а то уже измученный. Ну, просто второй Dark Souls, он мало чем отличается от первой части. Мало чем вообще. Ну, то есть... Блять, козлина жирная. Ну, я видел там босс рума. Сейчас попробуем пробежать. Секира, мне стилистика секира вообще не нравится. Вот это там какая-то Япония, Корея, Китай, там какие-то самураи, блять, не, мне вообще. Ровно как и вестерны, кстати, вестерны туда же. Киберпанк проходил, конечно, проходил. И чего? Обалдеть. А это тот же дракон, который сидел в замке, который вот этот, где воды дохуя, вот это тот же. Дракон Виверна. Эксперт по драконам и вивернам нахуй нашелся. Это не дракон, это Виверна, блин, стример, ну ты вообще ничего не понимаешь. Это ворона вообще нахуй, change my mind. Это ворона просто чернобыльская. Это собака. Это собака, клянусь.
Виверна говорит, мы убили птицу, сука, и зашли в гнездо дракона. Это говорит Виверна. О, собаки летают. Вы кто? Чё это за собаки? Непреодолимое препятствие. Он станется, no way. Мирные, мирные, парни. Friendly. Мы мирные. Мирные. Чатик, мне нужно надолго в кау идти. Ну, прям реально надолго, поэтому... Не хочу повторять ошибок, так сказать, прошлого стрима. Я, пожалуй, офну с позором. И на сегодня все. Давайте вам кого-нибудь ридану. Давайте, чаток, доброго вам вечера. Приятной расчеловочки. Давайте, до завтра. Все, давайте. Бэ-бэ, чат. Ах да, бинды слетели, точно. Ага, ага. Да, конечно. Приветик. И что с этим делать? Ай, блядь. Ай, блядь. Я умер. А чё мне ключ-то дали? Это для деревьев в лесу павших гигантов. Кого? Ага, вот сюда. Сюда тебе? Меня дерево всосало. Ауф, брат. Понял. Привет, не мешает ли тебе наклон клавиатуры? Думаю, такую же взять. Наклон? Не наклоняю ее, лол. Понял. А где? Можно сразу наводку? Я просто хочу уже дропнуть нахуй эту игру. Но с достоинством. Наверху, за боссом. Зато честно, я всегда был честен перед вами. Я уже не хочу играть в эту часть. Но она, как мне кажется, она слишком растянута. В том плане, что... Как объяснить-то, ёпта мать?
не знаю, как объяснить. Вот думайте, как хотите. Лично мне кажется, она просто растянута и при этом не предлагает тебе по пути вот этого растяжения очка. Игра не предлагает тебе каких-то дополнительных механик игровых, еще что-то. Просто типа, ну вот я просто долго играю, блядь, и все. Понимаете, да, про че? Так, и чё, и где последняя? За дверью символ короля тут же есть. А это я куда вообще? А, костер, где бабка, помнишь, пускаешь мне за сторону? А, все, понял. Придавите символ короля. Вот, пожалуйста. Я кроль. Ну как, королева получается. Тут еще локация какая-то. Да не, байтер, DLC, да-да-да. DLC, да. Призывать фантома. Обязательно. Блять, а тут босс какой-то еще. А чё я, блять, умер нахуй? Теперь к тому деду с мечом, который не агрился на удары. Ладно. Пути! Блять, что увидеть? Как увидеть, блять? Алло! По поводу двойного клинка забил 9 точнуть. Так что-то впадло как-то. Не знаю, мне неинтересно, что со вчера было играть. Ну, я для себя понимаю, что первый ДС можно поперепроходить. Второй ДС, это пиздец какая хуйня. А вот третий посмотрим. Он просто ультра надутый. Алло. Есть еще две души гигантов, чтобы он слабее стал. Так, го? Или чё? Ты сможешь, блядь. Тяжело. Нам надо убить Нашанру, которая в замке сидела, арена, где дрались с двумя стражами. Кого? Без DLC казуальненько будет. Смысл был бить дохуя боссов, унылых. DS2 и самый сок тут в DLC. Ты в Bethesda работаешь? Ребята, вот сейчас игра раскроется. Сейчас такое будет. То есть я правильно понимаю, тут пробежка до босса без мобов. Я правильно понимаю? Бля, какая гибкая. Гибкие ценятся очень. Тихо, чё за, блядь, электрошокер подъехал? Это он? Ля, какой гибкий. Гибкие мужики ценятся. Чё, поменялось что-то?
Есть ням-ням. В такие моменты я все больше и больше ценю такие игры, как Last Step, Poe, где можно регать нон-стоп вообще. Но в случае с Poe нужен небольшой препарейшн, чтобы регать нон-стоп весь день, блять. А тут, чтобы регать босса, слушай, ну дверку подожди минутку, потом две минутки еще пробежись без мобов, а иногда с мобами минут 10 пробежись. А иногда на локации миллиард мобов, которые быстрее тебя, и они тебя догоняют и не дают зайти в босс-арену. Вот, поэтому всех убей 12 раз, пожалуйста, спасибо. Все хорошо, все отлично, мы придумали игру, она очень интересная, очень веселая. Я еще раз говорю, мне второй DS наскучил, потому что игра растянута пиздец как. И по мере продвижения по боссам, да, тебе игра не предлагает ничего, кроме как дальше спамить ЛКМ. Ну, типа, это неинтересно. Регал DS1. Да, блядь, ты, конечно, DS1 не осилишь, да. Там прокнула какая-то локация. О, тут будет дроп, тут будет дроп. Тут ламыч дропнет, тут пиздец. Я прохожу там какую-то локацию, типа болото или что-то такое, где дохуя досок, блять, дохуя левелов. Прохожу, ни разу не сдох, прохожу. Чел такие, да, конечно, перекач. Блять, какие же просто, блять, у вас сколько пар обуви, нахуй? Добить хочу, но не добью. О, нечестно! Уворачиваться только я могу, блядь! Уворачиваться только и мне можно, тебе нельзя, блядь! Не понял. А погибать-то ты будешь, нет? Надо, типа, садиться, отрегениваться. Это жестко. Или это не может быть. Или это первый босс со стадиями. No way. Я не верю в эту хуйню. Не может быть. Это технологии будущего. На тебе, в жопу, на всякий. О. Так. А, они друг друга резают, я понял. Это есть ням-ням. А у боссов есть стамина? Ну, есть смысл вообще долбить? А где щит твой? Не Неужели я встретил босса с интересной механикой? Быть такого не может. Я не верю в это. Всего лишь мне пришлось поиграть 20 часов в игру, блядь. Жена радостная звонит, говорит, мне руку сломали, ура. Но у нее рука болела несколько дней. Пришла там к врачу. Ей там за руки подергали, все прошло. Балтика вход. Ай, блядь, насадили. Пробежимся еще немножечко. Что с лицом? Ты сейчас чекнешь, что у тебя с лицом. Базарить права не имеешь, потому что ты сдох на этом боссе раз 20, как и все.
Это не тебе. Так ты указываешь, когда ты пишешь, потому что по дефу ты пишешь стримеру. Ты когда к кому-то обращаешься, ты на него смотришь, правильно? Так вот в интернете общение, ты ник указываешь, все равно, что смотришь в реале. Ты же не говоришь, повернувшись затылком, блять, к челу, нахуй. Так, сейчас перекач будет. Сейчас заплачут. Резко челы. Блять, я не увидел, что она делает, блять. Отстань. Моя Балтика, моя, блять, Балтика, блять. Да это она, чего вы рофлите? Зачем мужику носить броню с емкостью для сисек? Емкость. Файт меньше длился, чем пробежка. Да, я вот здесь я вообще не понимаю, почему дверь постоянно закрыта. Вот прямо здесь можно сделать, ну, типа, босс-файт. Прямо вот здесь. Ну нет, я только Балтику, блядь. А где он щит потерял? Да, не хватило. Найс играешь, я знаю, спасибо. Самый сложный босс в играх? Ну, какая-нибудь Сигрюн, наверное. Сигрюн, да, это главная валькирия. Но она реально жесткая. Это пиздец! Блять, я второго не посмотрел. Зато моление останется. Какая молитва, блядь? В целом можно обоих уже бить, я думаю. Ну да, похиль братишку своего. Чё ты? Бля, не пошло, да? Не пошло. Ебать, уродина. Пока. Готовишься как Крэмбо к вылазке. Ну так это конец игры уже, чё. Вот это описание бафов. Три зеленые стрелочки. Мечик, стрелочка коричневая наверх. Красная стрелочка, зеленая стрелочка, желтая стрелочка. Три красных стрелочки, блядь. Бум. Нихуя, блядь, луч говна.
Я думаю, она еще там что-нибудь делать будет. Да, ну очень много проклятий стакает. Не взрывай, мать! Пиздец. Но в такие моменты хочется... Не буду дальше ничего говорить. Ничего не хочется. В такие моменты хочется просто убежать нормально от босса. Но чтобы тебе от него убежать, нужно нажать кнопку и, блять, развернуться. Может попробовать ее без автотаргета бить, она просто довольно большая. Папич всю игру без автотаргета прошел. Это очень много говорит о хардкорности данной игры. А, проклятие не убивает. Я сейчас жил на одном хп. Это, кстати, важно знать. Что за дело? Проклятие не убивает. Вы же дрочь каждый раз кольцо передевать, чтобы ворота открыть. Ну, это просто, ну, типа инопланетные технологии. Сделать квест-стэш, чтобы там все предметы автоматически активировались. Это уже казуальщина, это уже казуальщина. У него разве это гений, эта хуйня? Не, надо, короче, перепроверить, убивает ли при одном хп проклятие. Надо перепроверить. Потому что я в позапрошлом трае посчитал, что не убивает. Это хардкор, прежде всего, это сложно. Бегать это сложно. Да, бегать это сложно. По мне видно. Не, уже не так видно. Ну, бля, и раньше видно было. Ваш хваленый босс. Жесткий босс. Жесткий босс, базовая хилка, камушки, блядь. Даже не фласка, а просто камушки перехиливают, блядь. Реально сложно. Да она бомжиха, блядь. Челы, вы только что в найках стояли, а теперь уже в адиках. Нет, что за переобувка? You who link the fire. You who bear the curse. It is your choice to embrace or renounce this. Ебать удобная табуретка. И чё? What lies ahead, only you can see. Сомнительная хата. Вот эти ваши продвинутые студии в Балашихах, блять, не впечатляют. Читаем описание предмета.
Вернуться к последнему костру, у которого вы были. Где, блядь, здесь костер? Где? Сейчас, секундочку. А, блядь, так вот он, ёбан. Да, я действительно, чё-то я, блядь, парни. Игра реально сложная. Чё-то я не заметил сразу. Секретка, походу. А как? Что ж... Скипни титры. Сразу, как ты скажешь, как это сделать. Зажми пробел. Зажал. Ну, я так понимаю, это тоже хардкорная часть игры. Типа, добежать до next-контента через титры, да? Ну, ладно, чё. Чё там, прошли титры, нет? Понял. О, звуки какие-то! Маджуджа! О, Маджуджа! Лутая бабки с контрактов, реклама, не могу позволить себе купить игру за 2030 для контент, который купится по тем же зрителям. Да, это я не озвучил, равно согласился. Я просто знаю цену вещам. А ты, видимо, нет. Ты считаешь, что если ты будешь зарабатывать дохуя денег, то ты перестанешь их считать? Чел, ты с такой позиции жизненной обречен оставаться бомжом навечно. Чё делать? Все, давай, рассказывай. Мне впадло разбираться и искать что-то. Давай, что делать? Чем больше денег, тем быстрее они тратятся. Безусловно, с увеличением бюджета в твоей жизни у тебя и возрастают траты. Это абсолютно нормально, потому что всем хочется жить лучше, ездить на тачках более крутых, пользоваться сервисами более качественными, использовать продукты тоже более качественные. То есть в этом плане аспекты жизни улучшаются практически до бесконечности. Просто некоторые люди трезво оценивают ситуацию и понимают, что в их жизни важнее, и тратят деньги на нужные для себя вещи. А кто-то ебанат и скупает брендовые вещи, которые сами по себе стоят там от силы 1000-2, а за них наценка 10%, всякие Louis Vuitton, Gucci, шмучи, блять, это вообще, ну типа Apple, кстати. Кому что, как говорится. Понятно. Лягушка. Не пошло что-то. Нашел ли ключ активировать? Хорош. А, их там две, блядь. Надежный мост. Согласен. Все, я прошел игру. Где же дверь? А он играл. Актер играл, блядь. Играл, ясно, играл. Понял. Блять, его похилила эта хуйня. Ай, блять. Пизда.
Беги! Блять, а как убежать за такой короткий период? А как убежать за такое короткое время-то? Ищем сложность, пока найти не можем, но 2-0. Доберется до 5, я тебя забаню. Ай, блядь. Будет тирлист боссов после прохождения всех соусов? А, да, конечно. Знаешь, ты достанешь, сучара, блядь. Дядя, блядь, дай попить. Вот он. Готов. Ах ты обманщик. Злобень, злобень, пиздец. Высшая злоба. Ну, здесь еще бан будет. Не, я забанил его, потому что он сидит, ерничает, как будто он с первого трая это босса сразу прошел. Блять, он, по-моему, специально дожидается, пока хилку нажимаю. Я его часа три проходил, не слушая дурачков. Ну-ка, а на камушек он реагирует? Ну, не так рьяно. Но этот босс был бы вообще элементарен, если бы в игре не было стан-трес-холда. Все игры как-то без этого придумывают интересные механики. А здесь просто... после каждого удара постоишь секунду. А он так может! Ну, перетекающие удары — это хорошее. Босс непростой, у него такие анимации отстойные. Почему отстойные? Перетекающая анимация — это одно из хороших skill-based механик. Жив цел, орел. Был когда-то. Увы. Че он хилится? Потому что он там хуйня стоит квестовая. А чтобы ее сломать, надо найти там какую-то залупу, хуй знает где ее найти. Этим просто скучно заниматься. Травить босса, который чуть посложнее стал, мне кажется, это повеселее будет. У меня есть стамина, че не перекатываешься там? У меня стамина регена не хватает, чтобы все задожить. Когда я впервые дрался с этим боссом, мне показалось, что битва босса интереснее, чем вся основная игра DS2. Ну, просто в DS2 боссы — это чел с копьем, чел с мечом, и они все, там, чел с молотом каким-то, блядь, и они все одинаково нахуй бьют. Ты их очень быстро запоминаешь, у них нет каких-то интересных механик. Это просто как какие-то рарки, нахуй. Ланч, почему я копье выбрал, нравится, что он довольно быстро бьет этим копьем, и оно нормальный урон наносит. Тоже нельзя два раза бить. Обидно все равно осознать, что вся его хорошесть — это, блять, вот эти костры.
попробовать его, что ли, без автотаргета бить? Блин, ну он не такой большой. Просто как убежать от этого взрыва быстро? А, я живой! Ладно. Я же Клау отпустил! Теперь не живой. Кто вообще из босса второй части понравился? Ну, чел с колоколом хороший. Три каких-то длинных чела тоже хорошие. И все. А, два чела, да, два чела хорошие тоже. Прикольная механика, что, типа, надо контролировать их хп, чтобы у них примерно одинаково хп было. Чтобы их, ну, плюс-минус одновременно, типа, убить. Это прикольно. Это правильный дизайн босса, что вот какая-то изюминка должна быть у босса, изюминка. Сука. У Дына есть изюминка. Но первая его стадия, у него легкий меч и огромная хуйня трехручная, блять. Он ими сразу обеими играет. Он как может использовать один сет атак, так и другой. И смешивает их. Переходящие атаки. Это прикольная механика. Но вот вторую стадию, блять, сложно изучить, потому что до нее сложно добраться. Надо было похилиться, наверное. Потом хуйнетку стал. Ах ты, сука. Что с игрой, почему костер у босса? Ну, я так понимаю, это DLC делали уже ближе к выходу Dark Souls 3, так, чтобы чисто привлечь внимание аудитории к франшизе. И уже делали по принципам... третьего Dark Souls. Bloodborne не вышел, там бета-тест идет, просто затянулся, блядь. Early Access затянулся у бедной инди-компании Sony. Понять можно. Подождем. Гага. Стамины не хватает. Вот он когда лайт оружием спамит слишком быстро, то не пытается стамины все задолжить. Блин, ну чел, это уже нечестно. Успею, да? Ну нет, успел. Ну это хорошее уже было. Да, я немножко понял, что он делает. Не, у него очень странная анимация здесь. То он очень резко бьет, то с задержкой, и непонятно, в какой момент нужно... дышнуться. Ну надувай меч, дядь. У тебя пол хп. Пинок. Увы. А
Как музыка фона DS2. Ну, местами есть какой-то эмбиент приятный. Там, где еще тёлки поют, там кто-то вот тоже тему Маджулы. Но на боссах в основном какая-то пресная хуета вообще. Компиляцию с хитбоксами второго DS-а. Да мне Elden Ring хватило, я когда пробовал играть. Там чел видно, что бьет по воздуху и, блядь, меня дамажит. Ладно. Почему ты его три раза во время спама не бьешь? Ну, места мины не хватает, его спам потом продолжить. Как тебе механика с потерей хп при смерти? Вообще бессмысленная. Она не несет за собой ничего. Несет лор. Ну, типа да. Типа да, типа ты умираешь, постоянно душа из тебя вытекает. Ты типа, перерождаешься, души немножко вытекла. Да. Лор, реально. Тут согласен. Реалистичная доска. Вытекает лор. Чел, да надувай меч, ёбаный рот, ты что делаешь? Пиздец, какие резкие атаки. Да я ему повторил атаку. А что, уже надуваешь? Это пиздец. Это я еще даже до пол хп не опустил, он уже надулся. Потому что по поводу босса я уже говорил несколько раз, это хороший босс. Наконец-то сложность. Чтобы добраться до сложности, нужно всего лишь наиграть в эту игру 25 часов всего-то. Я же поменял хил. Копье на него не работает, проходить всю игру с одной пухой, это сильно, конечно. То ли дело ты изучил всю Википедию от и до, посмотрел 800 видосов, ебать знаток, вот он. Ты, значит, берешь две катаны, на маску делаешь черного пороха, там разбав идет темного дэмэджа, и прос этого босса с трех ударов, ебать. Очень интересно. Суть игр, играть так, как ты хочешь, а не по гайдам, блядь. Блять, стамины нет. Пизда. Стамины не хотел. Их перехилил. А я думал, он сейчас уже заряжать будет. Впадлу перекатываться что-то. Не, ну я хотел перекатиться, но у меня что-то впадлу резко стало в последний момент. Это какой-то рай? Ну, по ощущениям, примерно 500-й уже где-то. Не дотянулся, гык. Сука, последний удар остался. Ну нормально, зато изучил стадию вторую неплохо. Да нет, чат, я не пожадничал, я не рассчитал стамину. У меня фулл полоски стамины на 4 удара хватает. Ему осталось 3 удара. Не рассчитал немножко. Сучара. Не, он на камушек реагирует все-таки. Мне кажется, он
принципе на букву R реагирует. God of War на Max сложности босс потом мне сложнее, чем дальше. И в целом игра. God of War один босс, это Сигрун. А все остальное это просто рарники. Ну, в принципе, как и в Dark Souls. Почему вы сравните эту игру с God of War? Ведь в God of War есть графон, интересная история, интересные персонажи, классно проработанные. А не просто болванщики, которые стоят. О, блядь, здорово, ты кто? Меня зовут член Васильевич. Мне, кстати, насрать, я пошел ссать. И все, то есть... DS3 перестанет скипать диалоги? Не, скорее всего, в Элдоне перестану. Потому что в Элдоне там базовый непись, красивая девушка. И там какая-то есть еще... Сейчас скажу, секундочку. Ничего нигде не отсвечивает? Вроде нет. Квин Марика. Вот, тоже хорошенькая, да. Так, она труп. Ну вот, есть видеоматериалы, доказывающие обратное. Это мужик. Отлично. Подожди, если это мужик, почему Квин? Как так вышло? Повесточка. Понятно. Без повесточки никуда, конечно. Джордж Мартин, видимо, постарался. Так это не он постарался, а... Типы наподобие Sweet Baby Inc, блядь. Фаербол задел. Не слушай идиотов, там нет повестки. Ну, в наше время повестка везде есть, почти везде. Даже в инди-проектах, даже в Hades, прикиньте. Там наставник Аида, наставник этого сына, забыл, как сына, блядь, зовут, прикинь. Ахиллес, да, Ахиллес гей. Держу в курсе. Да, на самом деле загрея. Не только он, но там, да, Танатос, вот еще вспомнили. Который челленджи предлагает, чтобы поубивать быстро на арене. Да, повестка сейчас и здесь есть. Оп, перехилил. А. Впадлу. Ладно, не впадлу. Блять. Одиночную. Под одиночную атаку нельзя хилиться. Бля, зачем я похилился? Как говорил один чел, если бы я имел возможность стать девушкой, я тут же лишил девственности всех своих корешей, ибо они у меня самые лучшие. Блять. Ладно. Просто опять же, понимаешь, легко рассуждать о том, чего у тебя нет. Просто когда вот появляется, то ты тут задумываешься о многих вещах. Это со мной происходило тоже много раз. И это я вам сейчас не про пизду. Это я вам сейчас про, например, деньги. Да, то есть я когда думал, я когда мелкий был, я думал, что вот если я зарабатываю 30 тысяч в месяц, то это значит, что через 4 месяца я заберу ком за 120 тысяч. А оно оказалось, блядь, вообще не так, нахуй. Понимаете? Тут все меняется в зависимости от обстоятельств полученных и возможностей полученных. Ну, это одно из самых банальных, я сейчас привел. Одно из самых банальных. То, с чем столкнулись все, вообще все. Меня сожгли. Вон. Что-то я долго из стана выходил. Ты конченый? Ты дворником устроился, блядь, или чё, блядь? Ты что делаешь, блядь? Работаю дворником в королевской службе. Нихуя. Блядь. Третий удар откуда-то еще взялся. Есть ко мне. Фаербол задел.
ЖЖ. Вот это хороший босс. Я бы даже сказал, отличный босс. На нем пришлось попотеть, много его изучить. Это хорошее. Но мне для этого пришлось пройти DS1, наиграть в эту игру 25 часов, чтобы встретиться с этим боссом. Показать вам, что ли, силу реального перекача, 12 раз зафармив эту локу. Давай, 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 заходи, заходи, заходи. Хоромы. А что это за секира, блядь? Ай, блядь. Высасывает мою жопу. Пон плюс прин. Почищу яйцо. Вот. Куриное. Рабриное. Ламыч, ты яйцо неправильно чистишь. Там надо траву съесть для стамины, чтобы, блядь, без остановки яйцо чистить. Никого не напоминает? Быстро чистишь, перекач. Там надо чуть попозже нажимать. Мега хорош. А вот два раза не ударить. Ах ты, притворяшка ебаная! Чел притворился, что ему хуёво, блядь. Ты посмотри на него, блядь. Всё? Итог по Dark Souls 2. Тоже хуйня, как и первая, только хуже. Игра... растянуто просто до безобразия. И ладно бы, если боссы были крутые, но в основном ты просто приходишь и ебак сносишь челом, и все. Там из хороших боссов были там 3 чела длинных. Остальное все просто, блять, фейсролл. Локации изучать вообще неинтересно. В первом DS, кстати, поинтереснее было. Я не знаю почему, не могу ответить на этот вопрос. В первом DS мне интересно было исследовать локации. Что-то где-то там оп-оп-оп, понюхал здесь, понюхал там, блять. Было поинтереснее. А тут вообще хуйня какая-то.